Дорогі друзі, шановні гості, нам дуже приємно, що наша приватна художня галерея стала культурним осередком для нашої Печенівщини, стала місцем, куди можна прийти і насолодитися мистецтвом. Стало доброю традицією нашої творчі зустрічі проводити два етапи. І сьогодні це не виняток. Перша частина нашої зустрічі – це буде презентація нової експозиції відразу двох авторів. Це мешканка нашого селища, наша землячка, родом з династії талановитого живописця, художника-реставратора Ружевського Степана Івановича. Це Кравченко Наталія Валентинівна. А також другий художник, автор з міста Слав'янськ, в Донецькій області. Нам дуже приємно, що ви сьогодні особисто приїхали на нашу зустріч. Так, що наші мешканці матимуть змогу подивитися на вашу позитивну творчість. Друга частина нашого заходу – це буде поетичний вернісаж, присвячений нашому земляку, краєзнавцю Петру Пантелеєвичу Василенку з нагоди 20-ї річниці виходу книги «Сказання про Злеблю Стобіцьку Печенівське поле». Тож запрошую всіх до приємного перегляду і розпочинаємо презентацію. Хотілося б почати з цієї картини. Можете вкратце розказати мені? Это картина моего дедушки, который родился в конце 19 века. Он был художник-реставратор. Окончил Петербургскую художественную академию, факультет реставрации. Но в 1933 году его арестовали за то, что он прятал у себя иконы с разбитых монастырей, там, церквей. И сам он очень много рисовал иконы, там, фрески. И его в 1933 году арестовали. И, в принципе, по сути, вот он сгинул в этом ГУЛАГе, где он, что он, никто ничего не знает. Когда арестовали, практически все забрали. Бабушка удалось спрятать буквально несколько картин. Вот это одна из них картина. Уже, так сказать, мне досталось по наследству. Это его. Ружевский Степан Иванович. А теперь хотела бы задать вопрос именно вам. Да. Когда вы начали рисовать? Вообще нигде не училась. В принципе, рисовать я рисовала, умела рисовать, мне неплохо. Но потом, лет 13-14 тому назад, у меня очень тяжело заболела дочь. У меня страшный диагноз был. И чтобы выдержать все это, чтобы самой, как сказать, ее поддерживать и семью, мне надо было куда-то уходить, в какой-то другой мир. И я просто начала рисовать. Сначала какие-то элементарные вещи, элементарные картинки. Вот как у меня там картинка «Солнечный день», она нарисована просто мелками, но потом покрыта лаком. То есть, когда рисуешь, ты погружаешься совершенно в другой мир, светлый какой-то, да, вот такой, беспроблемный. И это, по сути, меня в тот момент очень сильно спасло. Ну, а потом, когда я поняла, что у меня получается рисовать, я уже даже дальше начала продолжать. А картины мне мои дети, внуки, родственники присылают то, что им хотелось бы иметь у себя дома. Они присылают мне открытки, там какие-то вырезки. Мы потом делаем большое, так сказать, и я рисую то, что им хочется. Дело там еще в том проблема, что у меня очень плохое зрение. Я одним глазом вижу 50%, другим 20%. То есть, чтобы рисовать, мне нужно было вот так. И в основном рисую все яркое. Только за счет этого я могу видеть, что я рисую. С натуры, вот, допустим, я рисовать не могу. Я не вижу. Натуру я не вижу. А ваша любимая тема? Вот давайте посмотрим. Все картины посмотрите, они все любимая разные, тема, но очень много осени. Вот эту картину, это было очень трудно рисовать, хотя это мы жили в Турции, и я в Турции рисовала. Но это не конкретная картина, это просто сборка с разных фотографий. Я рисовала эту картину за счет того, что она темная. То есть передать вот этот свет заката, моря, это было очень трудно. То есть я рисовала ее долго. Рисовала, потом откладывала, потом опять рисовала.
А вот такие картины, где много оранжевого, голубого, такого яркого, я рисую проще. Но я рисую так, как я считаю нужно. Правильно это, неправильно, так сказать, я не знаю, насколько это верно. Ну, вот получается так. Да, у вас много такой осени. Вот вы... Да, вот осень, мне проще рисовать за счет того, что я просто ее вижу. Вода вот у вас, водоем. Да, вода у меня получается, у меня это только маленькая часть картин, которых у меня нарисовано, потому что снова все отдаю. Он мне приезжает, допустим, я говорю, вот это и забираю. А это то, что у меня дома, еще, как говорят, не забрано. В основном, конечно, осень и вода у меня получается. Море, вот, но рисую я очень долго и очень тщательно. Буквально рисую, допустим, вот березок, там каждая травинка, что-то вырисовано. А сами деревья... Я рисовала мастихином. Это такая маленькая лопаточка. Да, вот детям расскажите, что как вы. Это вот, грубо говоря, не как стамеска. А это такой маленький, такой маленькая такая стамесочка, она бывает разной формы. На нее набираешь краску и пишешь ею, что хочешь. Любые мазки. Вот формируешь, допустим, ствол дерева, но тогда получается объемный. А потом уже, если тебе не устраивает цвет этого дерева, оно высыхает, и уже ты по цвету будешь рисовать то, что тебе надо. Там желтый, там белый, еще какой-то. Но формируешь ты ствол при помощи вот этих инструментов. А вообще есть художники, которые рисуют только мастихином. Это очень просто. Получилось море или река там, или еще что-то. То есть это где не надо мелких деталей. Ну, это мое понятие. Я так пробую. Также вы говорили такой же техникой прорисована эта картина, да? Горы, это только мастихином. То есть я набирала просто краску и рисовала, как говорят, все эти щели, все это. Потом, конечно, я уже добавила тень, где-то тень, где-то светлее, где-то темнее. Это было нарисовано, город тоже нарисован мастихином. Ну и опять же, оранжевое дерево на фоне белого, голубого. Это просто проще рисую. Наши любимые цвета. Да, и которые получаются. Я вижу. Это тоже одна из первых картин. А это нарисовано мелом, мелками, просто обычными школьными мелками. И правда потом покрыты они частями. Хотела бы обратить внимание на эту картину. Хотела бы услышать историю о ней. Для кого вы рисовали? Да, у меня самый младший внук, он родился, живет в Петербурге, но у него родители украинцы, и я бы просто хотела, я для него собираю коллекцию небольшую, я хочу, чтобы он знал, откуда он родом, что он с Украины, что с печенек. И я вот его написала: «Моя петущая батьковщина». Ну и вот эти хатки, как говорят, все это. Но опять же, каждую травинку, каждую, все это иногда при помощи лупы даже, потому что иногда просто не вижу. Вот. Так что скоро едут, заберут. Спасибо вам большое. А та картина «Зима» – это самое. Все уже нарисовано очень много мастихином. Все деревья, все это рисовано при помощи мастихина, а потом уже добавляла цвет, снег, все такое. Ну, очень мелко прописанные снегири. Картина называется «Снегири», все думают, что это понимаю. Зима. Я детям и всем, кто здесь присутствует, хотела Дело обратить том, внимание, что тут есть «Снегири». У меня не было названия картины, понимаете? А когда ко мне пришли и сказали, что надо название, конечно, к той картине я сразу, она даже что-то не подписана. Для внука Роберта и вот Роботищева. А это я уже просто на ходу, как говорят, придумывала, как же ее назвать. Потому что не деревья. Да, они вписываются, они такие да, есть, очень маленькие. Да, прекрасная работа. Спасибо вам за вашу работу. Давайте поаплодируем автору.